Перебои с электроснабжением Субсеха прекратятся. На личном приеме главы Анапы была озвучена информация о том, что сейчас Кубанинерго активно принимает на свой баланс бесхозные подстанции. Именно в них и была основная проблема. Они постоянно выходили из строя. После того, как ТПшки перейдут в собственность энергетиков, последние смогут на вполне законных основаниях их ремонтировать. Это касается и подстанции заявителей с улицы Солнечной, которые обратились со своей проблемой к главе. А вот с газификацией нужно будет подождать. Для того, чтобы обеспечить голубым топливом их дома и жителей соседних улиц, необходим проект газопровода высокого давления и газораспределительной подстанции. Эти работы запланированы на следующий год. Только после этого появится возможность строительства разводящих сетей. Впрочем, основная проблема в том, что Анапа находится в тупике газопровода, питающего эту часть Краснодарского края. Отсюда и дефицит углеводородов. Однако и здесь, по словам Юрия Полякова, есть варианты решения проблемы. У нас действительно есть проблемы с газом. Да? Очень часто задают вопрос, а как же Южный поток? Ну, во-первых, Южный поток не работает, а во-вторых, на Южном потоке есть специальная отпайка, которая даст газ Анапскому району. Ну, это будет, когда дадут Южный поток газ. Труба-то лежит, но газ же не идет по ней. А сегодня повысить давление, это для нас, ну, это проблема.